для города, для нашего Череповца подобные объекты, как дорога, арт-объекты, объекты, которые удобны, полезны и нужны горожанам, это, конечно, признак того, что город развивается. Это признак того, что череповчане – люди слова и дела. Это признак того, что наши планы, они становятся реальностью, как сегодня эта дорога. И это залог того, что Череповец жил, живет, развивается и будет развиваться дальше. С праздником вас, череповчане!